Что то, что сегодня произошло, это позор. И у многих из нас есть близкие, друзья на Украине. И это предательство по отношению к ним. Это или нет, я выражаю свой личный протест против того, что происходит. К сожалению, к вине моей страны. Я удивляюсь, что немного граждан активно протестуют против агрессии.